ты послушал уже несколько треков. Uh-huh. Олди, как тебе его музыка? У него интересные вокальные данные. Он чувствует музыку. На мой взгляд, немного торопится в плане исполнения относительно метронома. Вот и все. Но в целом, как бы, в этом есть какой-то эмоциональный задаток. И музыкальность, и какой-то смысл, который он хочет донести до зрителя. Сделал, я скину обратно. Да, новая эпоха. Отлично. Раз. Так, а в основном все... Костя. Расскажи вкратце, вот вы же вместе работали над одним из его треков. Как это было? Я поехал на студию. Он мне показал наработку свою. Мы послушали ее. И я все поменял. Вот. Полностью переработали весь материал изначально, ну, именно отталкиваясь от его вокальных данных, отталкиваясь от партитур, музыки, и подошли к этому с точки зрения музыкальности, а не только как жанр стихотворения, там, я не знаю, как сказать, рэпа. Медленно летим в облаке Нуар-Сити. Медленный танец, заглушающий сон. Ну вот мне понравилась песня касаемо супергероя. Вот там интересная мелодика, интересный подход именно к звучанию песни. Он там себя проявляет как артист именно соул-жанра. Ну и интересно тоже поработать было с ним над тем именно продакшеном, где я полностью был как продюсер. Ну, в целом интересно. Это интересный опыт. И что-то я им подсказал, что-то он предлагал. В целом, круто. Да, и Дэн ему говорит: братан, так меня с тобой знакомили по фейстайму. И он такой: хули ты меня трогаешь? Он такой: да нет, в смысле, ты... Окей. Ага. И все, и 200 герц. Гитару ты в этот трек, в который ты сделал, хочешь? Да. Давай. Там надо сустейны. Ага. И можно... Ну давай мы сейчас ее просто типа пропишем чистую, потом... А что хочется, да? Ну. Такой сюда. Знаешь, как King of the Lion, знаешь, группу? Нет. King of the Lion. Нет. Работа, и, блядь, и все, блядь, работают. Ну-ка, подожди. Ну-ка, повесь какой-нибудь, блядь, дисторшн у нее, ебаный, блядь. Какой-то. А мы его пост-эффект вот только услышим. Похуй, повесь, блядь, главное, чтобы мы его слышали. Да, ну давай, сейчас овердрайв вот есть. Давай, ебаш. Давай сейчас. Давай. Еще один, следующий, дальше такой же. Ебаш еще. Повесь теперь сейчас. Давай сейчас. Давай мы первую ноту выдвинем погромче, потому да, что вот, она да, проебалась. Да, да, да. Вы, конечно, да, вот еще, угу. Ты же слышишь. Да, да. А так же охуенно, мне нравится. Прикольно, да. На серию, ну ладно. Да. Ну ебашу. Потом, чё, после эвера. После всего? А, не-не-не, в начале. Давай после... наоборот. Да-да, в самом начале. Да. Не-не-не, после овердрайва. Да, да-да-да. Чтобы да, сильный да, был да, сигнал. Да-да-да. На него открывай, ну-ка. И напиши здесь, блядь, рут, видишь, снизу, рут. У нас ля, рут, рут, ля, минор. Yeah.
все, чуть потише на сам мастер на минус 3. Другая сайта. Город, блядь, ебаный, да? Да, в натуре сталь прям, блядь. Я бы в гитару орал, блядь. Все, заебись. Потом разберемся с этим, давай. Рома, ты бомбермен. Ты бомбермен. Ты слышишь, как с басом катится? Ну-ка поставь вторую часть. Вторую часть. Дальше чуть-чуть, потом. Вот отсюда, да, включи, смотри. Смотри. Что-то пиздишь на фоне, и там тоже записался. Все, здесь. Все, зарнаться, нахуй. Ты что-то говоришь на фоне, видишь? Все, записал. Охуенно. Бля, Рома, ты злодей просто. Во-во-во, что-то где-то это... Во-во, где-то я там, давай еще. Во-во-во. Как в начале песни, понял? Понял. Такая дурацкая хуйня, да, блядь. Да. Но мы потом хорус добавим, сейчас давай сделаем просто. Во-во-во. Вот, рента. Да-да, зайди. Yeah. О. Yeah. А, последняя, зависит. Угу. На минус 7. Е! Охуенно, все. Все, оставь, все, есть, вот он, есть, все. Угу. Теперь на него Space Echo, тремоло и, блядь, пиздец, все, есть. Угу. Этот дубль есть, нахуй. Как думаешь, для такой музыки найдется слушатель у нас? Да он найдется для всего. Ну... Главное сейчас же, как это подать, вот и все. Мы вложили в эту энергию. Не сильно ожидаем, какая энергия пойдет оттуда. Но в целом для меня, я честно скажу, что я затратил в это свои усилия, свое время и полноценно показал себя как продюсер, именно работая с вокалом, с инструменталом и со всем вместе. Вот так. Здесь как Нелли или это, когда вся пиздёвская песня была? Таких море, там даже нету, там сразу улетал припев. Он же ходит, покупал, а весь там взял. На-н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 а